Противная баба нас когда-нибудь отравит. Чего? Мы ее,
как-нибудь повесим. А скажи-ка, когда уехала твоя сестра из города? Я тебя совершенно не понимаю. Ты говоришь, что тебе не нравится моя сестра, а сам все время расспрашиваешь о ней. Если я ее интересуюсь, не как женщина. Будь уверена, не как женщина. Золотка. Из леса пришла в село партизанка. Алена Костюк, которая мозг взорвала. Ну? Я уже распорядился, она арестована. Привезти в комендатуру. Слушай. Ну, милая, не по делу. Соня, у меня много работы. А я опять одна стою. А ты не скучай. Забери патефон. Обед тебе принесут, и я скоро вернусь. Ну, пофига, сын. Мелкая картошка. Умереть можно. Ты всегда такая? Что ты мне совсем не ощущаешься, а? Вот так посмотрела. Да что, я не человек, что ли? Целый день слова не сказать. Умереть можно. Кажется, я вам ничего дурного не сделала. Почему мне не отвечаете? Зачумленная, что ли? Ты хуже зачумленной. Хуже. И умрешь хуже, чем от чумы умирает. Чего от меня хотите? Чего от меня хотите? Что мне было делать? Подохнуть с голоду? Ждать? Чего ждать? Они здесь навсегда останутся. Надо же мне было как-то устраиваться. Это говорит русская. Жена командира. Сережа, наверное, давно погиб. А Курт неплохой человек. Да-да-да-да-да-да. Я знаю, неплохой человек. Я не хочу здесь больше жить. Хватит с меня всего этого. А он возьмет меня с собой в Дрезден. Там лучше, чем здесь. Ну что у меня здесь за жизнь была? Что, а? Не за каждой парой чулок ломай себе голову. Вот-вот. Тут ты и вся. Чулки. А твой Курт никуда тебя с собой не возьмет. В Дрезден. Бросит. Как всех таких потаскушек бросает. Еще раньше брось, чем самому удирать придется. А уж придется. Ничего, ничего, сиди себе тут спокойно. Спи с немцем на моей перине. Вот наши придут, они тебе покажут, где раки зимуют. Ладно, ладно. Вот я скажу Курту, почему вы так долго по воду ходите. Как только придет, скажу. Скажу, что вы к сыну ходите. Ты откуда знаешь, куда я хожу? Ты откуда знаешь? Часовой! Я знаю все, что мне надо. Айфилон, забежи! Она? Она. Фамилия? Костюк. Ты была в партизанском отряде? Я была в партизанском отряде. А почему ты вернулась в село? Зачем они тебе прислали? Меня никто не присылал.
Я сама пришла. Как же так? Была в партизанском отряде, а потом вдруг пришла домой, в село. Скажи сразу, зачем прислали? Я сама пришла. Я не могла больше. Не могла? Почему же? Плохо пошли дела, а? У вас командира застрелили, а? Отряд распался, да? Про отряд я ничего не знаю. О, я пришла сама. Я пришла домой. Не хотела больше воевать, да? Нет, не могла больше. Почему же? На роды пришла домой. Что такое? Рожать пришла. Вот она что. Швендель, сними платок. Пальто сними. Значит, ты хочешь спокойно родить ребенка? Иди сюда. Ты это знаешь? Это учительница. Не знаю. Ты чего, Ольга? Чего тебе надо? Я знаю, у тебя Ниночка больна. А тебе что? Мы тебе с Куртом можем помочь. Вот возьми шоколад для Ниночки. Можешь передать своему фрицу, что я их ненавижу. Что ты, что ты? А еще больше я ненавижу тебя. Сука. Ха, дура! Что случилось? Зачем пришла? Мне так скучно. Мне так грустно. Мне так ужасно страшно без тебя. А тебя все нет и нет. Что за интерес тебе разговаривать с какой-то старой бабой? Старая баба? Партизанка. Партизанка? Курт, что ты говоришь? Ведь она вот-вот родит. Ну вот видишь? Иди, я скоро приду. Курт, золотко, разреши, я посижу одну минутку, посмотрю на нее. Ну хорошо. Только это очень скучно. Так значит, ты хочешь спокойно родить. А на прошлой неделе ты взорвала мост. Я. Кто тебе помогал? Никто. Я сама. Врешь. Мы же знаем. Лучше скажи сразу. Никто. Я сама. Дрекс auf der Flucht. Ну хорошо. А где твой отряд? Послушай, ты есть мать.
называется Африаст? Ничего я не знаю об отряде. Ушли. Куда ушли? Не знаю. Ты коммунистка? Нет. Я еще малосознательная. Эльбивы! Ваши! Уведите ее в сарай! Посидишь на морозе, подумаешь, а когда подумаешь на морозе, позови часового, он мне скажет. Это доброе предзнаменование. Беда-то какая. Мама, это ж тетка Олена. Да, сынок. Тетка Олена. Она ведь в одном отряде с нашим отцом была. Вот, немецкий солдат нас учит жить. И он не подозревает даже, что учит нас еще одному, чем была для нас наша страна. И там, где хоть один день побывал фашист, не будет равнодушных к советской власти людей. Thank you.
ей хоть картошки отнесу. С вечера в горшке осталось. Что ты? Пропадешь. Зря без пользы пропадешь. Меня не углядят. Отнесу ей. Это я, Мишка. Иду. Иду, иду. Тетка Алена, Алючихин, Мишка. Пойду к тетке Алене. Молчи. Никуда ты не пойдешь. Убили нашего Мишку. Саша? Надо было. Может. Надо было. Доченька.
Ох, надо было. Ну, где же нам его хоронить? Утром ведь они начнут шататься, искать. Давай в саду похороним. Как же можно в саду? Услышат, выстрелят. Да и земля жесткая, как камень. Разве только снегом его забросать. Надо его в хате хоронить. Останется он с нами. Будет лежать в своей хате. Другого ведь ничего не придумаешь. Здесь никто не найдет. Надо найти. Кто утащил труп? Чей мальчик? Не знаю. А что вы знаете, Гаврик? Я делаю все, что могу. Я вами недоволен. Совершенно недоволен. Ваших усилий не видно. Сведения от вас почти не получаем. Об Олене Костюк Ясбит сообщил. А еще что? Об учительнице я сообщил. Об учительнице это весьма немного. Люди с ума посходили, господин капитан. Молчат. Раньше было и поссориться, и подерутся. Были и недовольные. А теперь как воды в рот набрали. Слово от них не вытянешь. Только смотрят. То есть, как смотрят? Смотрят и молчат. Не морочьте мне голову, Гаврик! Смотрят, смотрят! Молчать! Мы заставим говорить. Все село повесим! Больших и маленьких. Я наметил новый список заложников, господин капитан. Ступайте. Кроме того, Гаврик, помните, что до сих пор еще не сдан хлеб. Хлеба не припрятали. Закопали, господин капитан. Я сам не могу ничего сделать. Нужна помощь армии. Разве я вам отказываю в помощи? Я вам дам солдат. Обыскать надо каждую хату, понятно? Постараюсь исполнить, господин капитан. Значит, помните, Гаврик, труп мальчика должен быть найден. Слушаюсь. Это ему, чтоб земля в глазки не засыпалась. Возьми, Зоечка, комочек. Сыпь на брата. Саша. То эти не могут прийти, узнать, разрыть. Вы что, порядка не знаете? Вытащить номера?
бумажки читать будет. До сих пор еще жители не внесли назначенного с них натурального налога, то есть хлеба. Предупреждаю, что срок сдачи налога натурой, то есть хлебом по ранее объявленным нормам, кончится в течение 3 дней с момента объявления настоящего приказа. Кто в течение 3 дней не выполнит долга в отношении к родине и германской армии, будет приговорен... Дозвольте спросить. Кто там? 412. Кто такой? 412. Фамилия? 412. Чего тебе надо? Дозвольте спросить. Вот и исполнять свой долг по отношению к какой родине? Известно какой. На какой живешь? Германской родине. Германской армии. А, понятно. Кто в течение 3 дней не выполнит долга в отношении к родине, германской армии будет приговорен согласно предписанию о невыполнении распоряжения власти о саботаже актов сопротивления смертной казни. Комендант капитан Вернер. Все слышали? Все. Все поняли? Поняли, как надо. Вы куда? Есть еще одно дело. Дело такого рода. Сегодня ночью кто-то пытался передать хлеб арестованной партизанке. Хлеб пытался передать мальчик лет 10. Преступник застрелен. Держись, кума, а то он заметит. Тело малолетнего преступника было похищено и скрыто неизвестным злоумышленником. Кто знает что-либо о преступлении, о личности преступника и виновниках похищения трупа, должны явиться к дежурному в немецкую комендатуру и сделать сообщение. Ну, чего смотрите? А? А? Ради обеспечения порядка и для гарантии поимки злоумышленника немецкая комендатура распорядилась задержать в качестве заложников следующих жителей деревни. Паланчук Ольгу. Сыченко Алексея. Чичер Марию. Вашенко Остапа. Грохача Осипа. Ну, не я один. 7 дней виновники не будут найдены. Если в течение 3 дней не начнутся поставки хлеба, заложники будут повешены. Все, можно идти. Собрание кончено. Можно расходиться, за исключением тех, чьи фамилии перечислены. Афинат Фюрен! Hello.
смотреть будем. Я к своим возьму. Слышь, Мария! Алла! На! Эй! Что это? Номер. Какой номер? Разве номера только людям вешать? Скотине не надо? Номера вешать людям. Только людям. На! Ну, Васько, снимай номер. Это только людям. Понятно? То-то. Скажи, кукушка, наши скоро придут? Скоро. Отец с ними придет? Придет. Ну, как, скот пасется? Пасется. Цурк! Цурк! Молока нет. Thank you.
Was? Kann jeden Augenblick losgehen. Schöne Geschichte, was? О чем ты, Иван Петрович? Товарищ лейтенант, чует мое сердце, будет у меня сын. А жена-то какая? А ну-ка, покажи. Давай, давай. О, хороша. Яхши. Базе. Ох, и красиво. Хорошая. Да, хорошая. Хотел бы я знать, кто у меня, сын или дочь? Сын. Значит, ты родила здорового живого сына. Но теперь, я думаю, ты станешь умнее. Теперь дело не только в тебе. Тебе ты можешь спасти или погубить сына. Вчера ночью тебе хотели передать хлеб. Кто это был? Не знаю. Как же так, не знаешь? Не знаю.
У кого из твоих соседей есть дети? Дети? У всех есть дети. Как же без детей? А как ты думаешь, кто мог передать хлеб? Кто мог поселять мальчика лет 10-11? Не знаю. В деревне мальчиков много. В каждой хате дети. Ну ладно. А скажи, какие сейчас может быть? Товарищ К. Кудрявый. Так зовут твоего начальника. Где он теперь может быть? Не знаю. Не знаешь? А где он был, когда ты вернулась в село? В лесу. В каком лесу? Не знаю. Flug, du больше wissen soll. Einen Balsch geworfen und ich weiß nicht. Anfang! Знаю, не знаю. Послушай, ты ведь мать, у тебя есть сын. Ты хочешь, чтобы он был жив и здоров, чтобы он вырос? Да, хочу. У тебя есть возможность спасти его, есть возможность сохранить жизнь себе и ему. Я даю тебе эту возможность, не будь дурой, используй ее. Подумай, Красная Армия разбита, все кончено, зачем молчать? Не знаю, не знаю. Ты знаешь. Я могу тебе простить твое преступление. Ты будешь спокойно жить в село. Воспитывать ребенка. Мне тебе жалко. И твоего ребенка жалко. Ты себе не жалеешь. Пожалей хоть сына. Ты дала ему жизнь. Ты не имеешь права отнимать ее у него. Как? Же понимаешь, хорошо понимаешь, не будешь отвечать твоему ребенку смертью. Подумай немного, я подожду. Я ничего не знаю. Ах ты так? Я с тобой как с человеком. Подожди, я тебе покажу. Хельфебель! Ахе! Ахе! Я не перестань! Большой гимн! Только один ребенок? Нет. Как? У тебя еще есть дети? Дочь или сыновья? Сыновья. Одни сыновья. Там в лесу, кудрявый. И за лесом. Сыновья.
последний раз спрашиваю, где партизаны? Цыпленки жареные, цыпленки вареные, цыпленки тоже хотят жить. Его поймали, арестовали, велели паспорт показать. Ты встань, раз перед судом находишься. Так я говорю, товарищ Кудрявый. Кудрявый? Кудрявый? Ты чего пищишь? Маленьким прикидываешься, что ли? Прошу, спокойно. Ты дурака не валяй. А ты записывай. Староста. Встань. А раньше кем был? Ну что же ты молчишь? А ты расскажи, как Алену Костюк замучили. Что в школе делал? Ну? Что? Разучился по-русски разговаривать. Эй, ты! А ну отвечай, это как пророк тебе по уху. Да что там, Евдоким Петрович, Евдоким Петрович, Евдоким Петрович. Ну что ж, товарищ, ясно? М? Ясно. 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 Люди, люди добрые, пожалейте меня, прошу я вас. Больше никогда не Судьи мои дорогие, меня заставили, силой заставили, судьи. Милые мои, пожалейте, прошу я вас, пожалуйста, пожалейте, прошу я вас, детьми вашими заклинаю. Да из-за тебя, собачьи семьи, гибнут наши дети. Встань. Иди, род. Меня заставили, силой заставили. Ишь ты, заставили его несчастненького. Господи.
Господи, Господи. Не смей креститься. Пожалейте. Евдоким Петрович, пожалейте, Господом Богом молю. Ты Бога не трогай. Это не твой Бог, это наш Бог, наш. Он немцам не продается. Не трогай Бога, не проси. Революционный суд именем советской власти приговорил обвиняемого Петра Гаплика, кулака, петлюровца и немецкого старост за измену родине и предательство к смертной казни. Приговор привести в исполнение немедленно. Исполняйте. Пожалейте, судьи мои дорогие, пожалейте, пожалейте. Старосту нашли? Никак нет. И штаба звонили? Так точно, господин капитан. Что вы спрашивали? Спрашивали, дала ли арестованные показания. Что вы сказали? Доложил, что никаких показаний не дала. Старосту найти. Разрешите доложить, мы всюду искали, нигде не нашли. Ведь не по воздуху летели, а ушли. Что делали патрули, спали? Боже милый. Босиком. Валенки-то у них забрали. Смотри, весь в крови. Закурить, сыночек. Нам бы хлеб. Директ, я еще принесу. Господи, возьмите. Возьми, родимый. Эки альда халапио. Шена, шена. Отойдите! Не рискуйте своей жизнью! Женщины! Матери наши! Люс, люс, люс! Стреляй! Саша! Саша! Здесь ничего не сделаешь! Собери-ка, ребят! Надо на перерез бежать! За поворот, знаешь? Бросьте на дорогу хлеб да картошку, может, наши хоть кусочек подберут. Ребята, скорее за мной! Пленным хлеб на дорогу надо отнести. Бежим садами, там ближе! Скорее, скорее, ребята! Быстрее! Скорее. Стоим! Стоим!
вашего бьете. Страшно. Опять сколько народу побили? А ты страшного не бойся. Только испугайся один раз с тобой и сделай все, что захотят. Вася их тоже не боялся, а все равно его застрелили. И Пощука. А я разве говорю, что не застрелят? На то он и фашист, чтобы убивать. Не в том сила. А в чем сила? Сила в том, чтобы держаться за свое и не уступать. Сила в том, чтобы молчать, когда нужно молчать, чтоб словечко из тебя выжить не могли. Самое главное знать, что все это кончится. И ни один из них отсюда живым не выйдет. Курт! Ты в последнее время совсем со мной не разговариваешь. Будто меня и на свете не существует. У меня сегодня тяжелый день. Я устал. Это беременная женщина. Заложники молчат. Все молчат. Молчат и смотрят. А пленным, пленным все хлеб приносили. Послушай, Пусенька, не поговоришь ли ты с сестрой? Сестрой? Ну да. Ты мне должна помочь. Ты должна говорить с учительницей. Она знает много нужных вещей. Нет, она же не будет со мной разговаривать. Объясни ей, что для нее будет лучше, если она начнет работать с нами. Да она со мной не будет говорить. Почему? Разве ты не видишь, что здесь со мной никто не разговаривает? Я будто прокаженная. Ты опять свое. Объясни ей, что я все знаю. Если она не скажет ей, партизаны, кто убил старосту, я прикажу ее арестовать и повешу. О! А ты что думаешь? Если она твоя сестра, я ее не повешу? Повешу. А мне совершенно безразлично. Вешай. Ну, а мне что? Конечно, я могу поговорить. Только она мне ничего не скажет. Она должна сказать. Курт. Она должна сказать. Войдите. Саша? Ольга, ну чего ты? Зачем ты пришла? Послушай, Ольга, тебе грозит страшная опасность. Оленька, я хочу тебе помочь. Отказываясь от моей помощи, ты делаешь глупость. Ну, подумай хоть о Ниночке. Оленька, золото. Ведь мы с тобой сестры. Ты не забывай этого. Ты одна родная мне. Я хочу помочь тебе. Вот я тебе принесла. Датские консервы, голландский сыр, французские бисквиты, сахар, сгущенное молоко. А это... Шоколад для Ниночки. Умереть можно. Это немецкое лекарство, которое лечит от всего. Что с тобой? Я думаю, неужели нас родила одна мать? Да-да, Оля. И во имя нашей матери ты не должна отказываться от моей помощи. Они пришли сюда надолго. Но совсем надо как-то устраивать свою жизнь. Посмотри, что с тобой стало. Наша мать. Не смей вспоминать о матери. У тебя не было русской матери.
очень раздражена, Ольга. Ты не понимаешь, что не сегодня-завтра тебя могут арестовать. Ты потеряешь жизнь, не успев узнать ее. А я тебя могу спасти. И что для этого надо? А? Оленька, золотко, совсем немногое. И кроме нас с тобой никто не будет знать. Где партизаны? Кто убил старосту? Оленька, Оля. Ну, подожди. Ты еще пожалеешь. Да что ты, да что ты, мать, что ты? Вы. Мать, а мать? Вы. Ну-ну, мать, мать. Ничего, ничего, вы родные. Да ну, мать, успокойся, ну успокойся. А в селе ты немцы, и в хате немцы. Знаю, ты-то здешний? Ну как же, конечно, здешний. А это что такое? Моя немецкая фамилия. А вы есть-то не хотите? Да нет, мать, не хотим. Мы ведь не есть сюда пришли. Нам бы разузнать, где немцы находятся, где что у них есть. Скажу. А наши-то на село пойдут? Да придут, придут, мать. Вот только нам бы разузнать, что где находится. А скажу сейчас. Село-то у нас большое. Ага. Дворов 300. Так. На площади немцы-то пушку поставили. Ага. Спасибо, мать. Хороший ты человек. Ну, будьте здоровы, сыночки. Скорее возвращайся. Я пойду погляжу. Федосия, вечно вас ждать надо. Приготовьте постель. Куда это вы ходите? А куда надо, туда и хожу. Подожди, вот я скажу мужу. Как только придет, скажу. А мне-то что? Скажи и скажи мужу. А я и сама могу сказать. А то у тебя что-то не получается. Да вы это что? А я ничего. Ты хотела сказать, ну и скажи. На то ты и живешь, чтобы шпионить, немцам ябедничать. Ну и беги, скажи. Так и знаете, скажу. Скажу, что вы по утрам ходите в рог к сыну. Курт велит вас арестовать. Вы отлично знаете, что туда не разрешается таскаться.
Вот напугала. Боюсь я вашего ареста. Боюсь я вашего ареста. Прямо так и трясусь от страха. Ты дрожи. Ты бойся. Ты плачь от страха. Да вы что? Нет от чего бояться. Людей бойся. Они тебе не простят. Моему Васе лучше в обраге лежать. Ливанюку лучше в петле висеть. Олене было лучше голой по морозу бегать. Кровавыми слезами плакать будешь, что ты не на их месте. Уходите отсюда. Немедленно уходите. Невелика мне радость на рожу твою глядеть. Вон из дома! Ты еще вспомнишь, как меня из моей собственной хаты гнала. Они сейчас людей хуже, чем в 18-м году. А, конечно, хуже. Но только всех не погубят. Будь кому и посеет, и обстроится. Еще лучше, богаче. Умнее будем жить, чем жили до войны. Все-таки самой хочется увидеть, как будет после войны. Нет, я бы не только этого хотел. Я хотел бы посмотреть, как последний фашист подохнет тут, в нашем селе.
Я думал, твоим последним словом будет мама. Это была моя жена. Две, и все кончено? За Ливанюка, за Олену, за Васю моего, за детей наших, за всех загубленных двумя минутками расплатиться? Нет, пусть дождутся своей судьбы, пусть до конца ее выпьют, до последней капли. Эх, бабы, кто из них сейчас умрет, большой выигрыш выиграет. Нет, нет, нет! Пусть раньше дождутся, чтобы их бабы и собственные дети отреклись от них. Пусть они скажут: нет, это были не наши отцы. Пусть перед судом народа ответят тогда за горе и муки наши. Пусть гнев народный падет на их головы. И земля их не примет окаянных! Радуга добрая предзнаменовала.